Я тебя не боюсь, понял? Я тебя раздавлю, малявка! Зря ты со мной связался! Мимо! Ты такой большой и неуклюжий, так что я уложу тебя одной левой, понял, Баузер? Пиши завещание, Марио! Игра для тебя окончена! Воу! Я же говорил, смогу уложить тебя одной левой! Готовься, Баузер, настал твой конец! Вот и все, принцесса Пич. Теперь ты стала моей невестой. Потому что Марио больше нет. Прощай, Марио. Скоро я женюсь на тебе, Пич. Но Баузер не знал, что у Супер Марио появился отважный напарник, с которым вместе они спасут принцессу Пич. Привет, привет, ребята, соскучились? Это Супер Марио Одисси. А у нас теперь Супер Марио не один. У него есть вот такой вот песик. Смотрите, какой он забавный. Класс! Давайте придумаем ему имя. Ребята, пишите в комментариях, как нам назвать этого веселого песика. И кто-нибудь знает, что это за порода? Смотрите, какой он веселый и забавный. А мы пока выбираемся из корабля. Посмотрим, куда мы попали. Это что такое? Вау, да мы в космосе! Нет, мы на Луне! Во дела! И куда нам дальше? Какая высота! Как же страшно! Нет, я хочу назад, хочу назад! Хочу улететь отсюда! Что? Нам нужно собрать 250 лунок, чтобы отсюда улететь! Ох, ребята! Вы хотите мне помочь отсюда улететь? Тогда жмите на канал СПТВ подписаться и обязательно не забудьте нажать на колокольчик. Тогда вы сможете мне помогать своими комментариями и лайками проходить эту игру вместе с вами намного веселее, чем без вас. Ха! Это что, страна кроликов? Какие они забавные все! Класс! Кто любит кроликов, того по лайку. Посмотрим, сколько у нас среди зрителей обожателей кроликов или зайчиков. Но не ушастики. Классные такие смешные. Безобидные малыши. Так, ой, а что это тут у нас? Это супер крутой бинокль. Победа над кроличьим хребете. Ага, сейчас мы туда доберемся. Смотрите, здесь гравитация просто класс. Можно прыгать и летать. Здорово! Сейчас мы посмотрим. Это что, гигантская морковка из камня? Представляете, это гигантская морковка! Ой, она мне не нравится! Что за морковка такая страшная? О-оу, что-то мне не нравится этот звук! Это такое? Опять эти брудни! Да сколько же раз вас надо побеждать, а? Радуйся, что помешал свадьбе. Конечно, радуйся. Мне ты помешать не сможешь. Нас брудлей много, не останови. Попробуем, ребята. Давайте мы их остановим снова. Мы их побили один раз, побили два раза. И еще разок побьем. Вот так! Вот так тебе, брудель-штрудель! Пух! Видали, как мы лопнули его! Здесь еще и гравитация! Просто класс! Так-так-так-так-так! Убегаем! Нет-нет-нет, тут шляпки! У меня только одна шляпка! Какой-то из них прячется брудель! Ребята, как вы думаете, в какой шляпе брудель? Смотрите, сколько у него шляп! Ох, ну что будет, он бобер. Вот так тебе. Выбили последнюю шляпу и по башне. Ох ты ж, хитрец такой. Вот так тебе. Ну-ка стой.
Я улавливаю, теперь точно будет помог. Воу, ты шляпу нас окружают. Нужно быть внимательнее. Осторожно. Ну-ка, кыш. Там у него целый небоскреб на голове. Вот это дела. Хорошо, что гравитация работает на нас. Вот так тебе получай. Ай-яй-яй-яй. Попал все-таки под суду у нас. Ничего, мы справимся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько этих шляп у него, а? Он прямо в этот шляпник. Кто не любит шляпу, ставьте лайк. Вот я не люблю шляпу, поэтому у меня кепка. Ай-яй-яй-яй-яй. Рудель вот-вот погибнет. Ребята, помогайте, спасайте. У нас последняя жизнь. Что же делать? Ай-я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 й. Он не так просто оказался, как мы думали. Он очень трудный. Вот так. Наживите все шляпки. Давай. Победа. Даже на Луне я победил Брудля. Что нас ждет дальше? Вау, это мост какой-то. Ну, пойдемте посмотрим. Так. Что же там у нас? Холодновато здесь. О, снова какая-то морковка бесконечная. Сколько по ней можно подниматься-то, а? Уф, устал. Давай, Марио, вперед! Ребята, поддержите нашего Марио, напишите в комментариях: Супер Марио, вперед! О, нет! Опять Брудли! А у нас последняя жизнь, ребята! Я не знаю, сможем ли мы победить! Я заранее прощаюсь с вами! Надеюсь на победу! Но нам вряд ли победить! Эти Брудли очень хитры! А? Короткоухий, ты чего вообще в наше царство заявился? Да, мы тут живем, некрасиво так вести. Что? Она научит нас хорошему поведению? Ну, посмотрим. Тоже мне. У тебя самое отвратное поведение. Как ты меня будешь хорошему-то учить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас последняя жизнь, ребята. Я не представляю, как мы тут выиграем. Только с вашей помощью, вашими комментариями и лайками, ребята, поддержите, помогите! Вот так! О, нет! Мы проиграли. Но ничего, мы берем матч, реванш! Эти Брудли оказались не так уж и просты, как мы думали! Ребята! Мы ведь с вами отважные, мы не сдаемся. Канал СПТВ бьется до конца, и мы побьем этих Брудлей. Нам нужно на одной жизни победить 4 Брудлей разом. Видите, это первый этаж, значит их 4 будет. Ничего, мы справимся, мы ведь дружная команда. 150 тысяч подписчиков канала СПТВ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сколько ж у него шляп-то, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот так! Отлично! Врёшь! Не достанешь! Опа! Ха-ха! Мазила! Мазила! Опа! Отлично, идём, ребята! Сейчас мы его подъём! Ничего, мы справимся! Мы справимся, да ведь, ребята? Вы ведь за мной! Отлично, сейчас мы его побьем! Опа!
ушастый! Сейчас тебе достанется! Вот это! Нет! Иди сюда, ушастый! Я сказала, иди сюда! О-о! У него снова много шляп! Он последний жить! Что нам делать? Эти брудли просто озверели! Они стали еще сильнее! Их побеждать здесь очень сложно! Попробуемся же! Марио просто так не сдается! Марио до победы бьется! Вот так тебе! Вот так! Вот так! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Уворачивайся! Давай! Шагом! Давай-давай! Давай, получай! Вот так тебе! Ох ты! Ушастик! 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 Отбиться шляпой, сейчас мы быстренько это сделаем! Вот так! Под одной из этих шляп прячется Брудель! Где этот Брудель? Опа, выбили одну шляпу! Пронесло! Давай, Зила! На последней жизни играть вообще огонь! Адреналин просто зашкаливает, как это поиграть! Вернулись! О, отбили! Отбили атаку! Отбили атаку! Вот так тебе! Твоей же шляпкой! Получай, Брудель противный! Вот так тебе, вот так, вот так, вот так, вот так! Только стой! Стой, я сказал! Давай! Победа! Вау! Но это только полбеды. Мы побили одного Брудля. А нам нужно побить еще трех. Ой, ребята, я не знаю, как это получится. Только с вашей помощью. Надеюсь, нам это получится. Мы побили этого Брудля на последней жизни. Ах. Но зато мы сделаем победное сальто. Красиво? Нравится? Мне тоже. Поднимаемся мы на самый верх. Будем бить сейчас девчонку. Девчонок вообще-то не бьют. Но эта брудлиха просто противная такая. Ох, вздохнем глубоко и помчали. Мы тебя не боимся. Да ведь, ребята? С ней будет посложнее, у нее бомбочки. У нее бомбочки на щите, и защита такая прям, просто так не пробьешь. Вот так, ай-яй-яй, осторожно, осторожно. Вот так, вот так, вот так, вот так тебе. Отлично, первый удар есть. Еще осталось три. Ребята, ребята, держим за меня бочки! Это будет очень сложно! Вау-вау-вау-вау-вау, оно тут все подожгло! И даже нам не жарко! Попало! Убегай! Надеюсь, мы успеем ее побить! О, нет! Я пропустила этот огонь! Ну что, реванш номер три. А давайте мы поменяем костюмчик. Мне кажется, этот костюм не очень. У нас есть целый гардероб костюмов Супер Марио. Хотите посмотреть? Сейчас я вам покажу, как красиво на моем корабле. Как раз немного отдышусь перед следующим боем. Вау, погнали!
Наверное, наш песик соскучился. Кстати, ребята, а вы уже написали в комментариях, как нам назвать нашего песика? Эй, песик, ты тут? Вот он наш малыш. Вот он наш хороший. Смотрите, как он соскучился по Марио. Он соскучился по Марио. По Марио, по Марио. А мы вот с ним поиграем. Поиграем, потанцуем. Классный песик. Видали, как мы весело играем? Ох, передохнуть бы, попить горячего шоколаду. Но нет, нам нужно переодеваться. Одеть костюм настоящего воина. Так, давайте посмотрим, что у нас в гардеробе. У нас есть вот такой вот костюм свадебный. Потом у нас есть вот такой костюм. Это, знаете, регби. Такой суровый костюм спортсмена Марио. Костюм клоуна. Нет, с таким костюмом на босса идти нельзя, только рассмешишь просто так. Вот костюм пирата. Ребята, пока я перечисляю костюмы, вы напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Кепка щеголя. Щеголя. Как это читается? Кепка щеголя? Сверхмодный головной убор для поклонников высокой моды. Где здесь высокая мода? В его шортах пятнистых. Что это? Шляпа сотрудника? Крейзи Кэп. Да, это точно Крейзи Кэп. Смотрите, какой он. Кепка Марио 64. Это такая вот пиксельная костюмка. Прикол. Вау, самурайский шлем. Смотрите, какой Марио наш суровый в этом костюме. Колпак повара. Ну, повар как повар. Кстати, может кто-то из вас хочет мечтать стать поваром? И вы однажды сможете одеть вот такой красивый костюм повара. Мы его из Франции привезли. Шучу. Курортная шляпа. Нет, с такой шляпой на босса точно не пойдешь. Не годится. Зимний капюшон. Ну, капюшон как капюшон, перчатки. И просто фуражка капитана и просто Марио. Ребята, так кого мы наденем? Я думаю, мы наденем самурайский костюм, да? Или костюм пирата? Ребята, пишите в комментариях, что вам больше нравится. Костюм пирата? Или самурайский костюм? А мы пока оденем самурайский костюм, чтобы напугать наших брозлей. Они испугаются и убегут. Ну что, собачонка, готова здесь остаться? Я бы взял тебя с собой, но там опасно, понимаешь? Так что оставайся здесь и будь хорошим песиком. Помчали! Реванш начинается! Сейчас мы этим зайком уши-то поднадерем! Вот так! Смотрите, какой у нас самурайский костюм! Но у Марио слишком большой нос картошкой. Зайки, вы мне подскажите, а? Где мне взять еще жизни для битвы? Может, здесь есть какой-то тайник? Нету? Да, есть, смотрите, ребята, мы его нашли. Вау. А что здесь тайного-то? А? Ничего не пойму. Что здесь делать-то? А? Здесь должен быть тайник. Как-то можно отодвинуть эту помидорку или что это за стена такая? Давайте попробуем ее разбить. Нет, не поддается. А где тогда тайник? Эй, зайка, ну-ка колись, где тот тайник? Странно как-то это все. Очень странно и непонятно. Оно должно уже как-то отодвигаться или открываться. Так, сейчас мы ухватимся за эту морковочку.
Давай, Марио. Странно. Зачем мы сюда спускались тогда, если здесь ничего нет? Видимо, этот зайка хотел заманить нас в ловушку. Так. А с этой стороны-то что? А? Видимо, это все-таки была ловушка. Мы на нее чуть не купились. Опасно с этими зайками в игры играть. О, вот, 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 здесь мы нашли тайник. Смотрите. Здесь тоже какой-то камень. И с ним ничего не сделаешь. Странно. Очень странно. Как-то же он должен открываться. Не-а. Эти зайки очень подозрительные типы. Вау, здесь еще один какой-то тайник. Сейчас мы разберемся. Здесь должен быть какой-то секрет. Что-то здесь не то. Странно как-то это все. Как так? Зачем здесь проход, если здесь нет тайника? Эти зайки что-то скрывают от меня. Вы от меня что-то скрываете. Давайте посмотрим, что... О, тут монетка. И все? Эх, здесь мы ничего не отыскали. А я-то думал, мы найдем какой-нибудь тайник, который мы сможем использовать в супероружие. Будет спрятанное в нем против друзей. Но здесь ничего не оказалось. Печалька. С тремя жизнями нам против Брудли тяжело справиться, потому что Брудли 4, а жизни целых 3. Ох, ребята, держите за нас кулачки. Мы снова будем биться с этими Брудлями. А если вы хотите увидеть продолжение, подписывайтесь на канал СПТВ. Жмите лайк и ждите продолжение. Оно будет очень скоро. Зависит от ваших комментариев. Если вы хотите продолжение, пишите в комментариях. Хочу продолжение Супер Марио. И тогда мы надерем уши этим противным брудлям. Вот так.